Ты возвращаешься в бокс. Сравнимы ли твои эмоции с тем, что ты испытываешь перед боем на голых кулаках? Тяжело сказать, потому что все-таки 5 лет не боксировал. Но я думаю, что эмоции такие же будут, потому что это мой 3-й стадионный турнир. Я выйду с улыбкой, проведу красивый бой. И с Божьей помощью я выиграю и обрадую своих болельщиков этим поясом. Ты помнишь свой последний бой по боксу? Когда и с кем это было? В 2018 году, соперника не помню. Но это такой, знаешь, как у меня был год простоя. И после года мне там оппонента нашли так, чтобы я вышел, продышался. Крепкий парень был. Такой 6 раундов я отбоксировал тогда. Это 18-й год был. Хороший рекорд в боксе. Победа над Ковалевым, Куриевым, Хачатряном. Ты понимаешь, за чего он побеждает? Знаешь, как я скажу, у Никулина я, там бокс-рек 6-0. И все из 6 боев у него все ММАшники и все дебютанты в боксе. Половина которых я даже знать не знаю. У него единственный бой по боксу с боксером это был Хамзат Куриев. И то Хамзат боксировал последний раз 10 лет назад по любителям. У Никулина не было еще оппонентов, именно боксеров. Никулин вызывал на бой Вартаняна, Минееву, Магу и Искову. Если ты победишь, с кем бы ты хотел провести свой следующий бокс по боксу? Дай бог, я заберу пояс у Тимура Никулина, и потом я хочу в октябре провести бой по кулакам, потому что я очень сильно соскучился по голым кулакам. Сколько бы я не любил бы бокс, но голые кулаки я люблю уже больше, и эмоции испытываю намного больше. И жду не дождусь, когда я выйду уже драться на голых кулаках.